номер называется «На мальчишнике». Ну что, Колян, поздравляю. Поздравляю. Да. Завтра ты женишься, станешь мужем. Да, вот по вашим стопам пошел. Да, да, да. А мы давно уже женились. Мы же женатики. Двинь колечками. Вот. Ну вот, я решил остепениться тоже как-то. Молодец, правильно, молодец. Давай выпьем за тебя, за твою будущую семью, за жену, чтобы все у вас было хорошо. Парни, спасибо большое. Добро давай пожаловать в клуб. Ну все, теперь давай всех телок удаляй с телефона. В смысле? Ну мы же договорились, что когда женимся, удаляем всех тёлок из телефона, чтобы не позвонить и не изменить жене. Мы это сделали. Твоя очередь. Давай. Да вы чё, парни? Тут же такая база. Я её с Nokia 3310 копил. Вы чё? Да у меня рука не поднимется удалить тех, на кого всегда поднимается, парни. Так а что делать-то? Давай, я удалю. Ну давай. Готов? Да. Первая по списку. Алена Ковалева. Алена Ковалева. Удалил? Да, удалил. Ну, что могу сказать об Алене? Хорошая была баба. Да. Нынче таких не делают. Сама на такси приезжала, сама на такси уезжала. Наверное, потому что там работала. Поэтому, конечно. Да? Помянем. Помянем. Дальше. Аня Геленджик. Удалил. Аня Геленджик. Вот это был партнер. Сколько с ней пережили мы, да? Плечом к плечу. Рука к руке, лицом к лицу. Лицо к животу, живот к пояснице. Щека к ковру, спина к гаражу, лицом к пруду. Эх. Вот что значит в Геленджик приехать с 6-м айфоном. За нее, за Аню. Давай. Ой. Уходят лучшие. Даша, 5-й размер. О, Даша, 5-й размер. Помните же Дашу, 5-й размер? Ну, саму Дашу не очень. Давай, я удалю ее, да? Давай. Что-то не удаляется, телефон завис, никак не удалить. Борется девка! Да! Держись, Даша! Держись! Ты же сильная, ты ж такие сиськи таскаешь! Удалил. О, ушло. За нее. Жалко, жалко, жалко. Лена, массаж. Лена, массаж. Светлый был человечек. А подруга у нее была Айгюль. Да, вот Айгюль была темный человечек. Да. А Лена была светлый человечек. У нее еще батя был такой лысый человечек. Да, и брат у нее был дебил человечек. Руку мне сломал. Ничего я тебе не ломал. Ломал, напал сзади. Так а что ты звонил? Заткнись, ты, я слышу. Так тихо, хватит. Да, да. Удаляй. За Лену. Давай. Алевтина Маратовна. Ой, тяжелая артиллерия пошла. Слушай, давай ее не будем удалять. Почему? Ей 50, я один у нее остался. Слушай, давай удалю, а? А то ты через нее найдешь телефон Даши 5-й размер, как-никак ее мать. Да, согласен. Удалил. Ну, молодец, Колян. Всех тёлок удалил, а? Да. Теперь у тебя настоящая братская мобила. Да-да-да. Теперь, как ты, как и мы, женатики, дай пять. Ты? Как-то полегче стало. Полегче. Сбросил эту шушеру, конечно. Ну, что делать будем? Не знаю. Слушай, у меня такая идея. Сейчас же 2 часа ночи. Так. В кои-то веки уехали от жен. Действительно. Мы втроем в баньке, мужичками, немножко накатили, кровь забурлила, заиграла, захотелось приключений. Ты думаешь о том же, чем и я? Не пора ли нам по домам? Папа, стой, куда пошел-то? Так жены там ждут же. Да парни, вы что, я думал, веселиться будем? Веселиться? Давай, веселиться мы умеем. Да. Семейная жизнь — это очень весело. Да не весело вообще. Это уморительно. Ты чего? Да вы что, я думал, мы тёлок вызовем, а? Так ты всех тёлок удалил с телефона. Так я из облака могу достать сейчас их. Не, не дам. Да дай телефон. Да не дам. Да дай мне телефон, мой. Да не дам тебе телефон. Дай! Чего? Ты чего? Дай телефон! Чего? Ты чего, Коля? Парни, что Коля, со мной, чё? А? Коля? Хочу налево ходить! А? Колямба, ты чего начинаешь? Перепихон без обязательств! Что со мной, а? Алло. В него вселились страхобесы! Что? Парни! Как-то душно становится. Говоришь? Очень душно. Ну что, где телки, ребята, а? Колян, Колян, спокойно, мы сейчас тебе поможем, Коля! Так, отошли оба. Ну все, ты чего? Оба отошли, сейчас всех почикаю. Он настроен серьезно, достал презерватив. Ты чего? Ну-ка, отошли. Клубничный. Ага. Что, дверь закрыли? Открой. Слушай, нужно срочно избавить его от этой засадитимости. Слушай, покажи на телефоне фотографию его жены. Точно. Давай. Коль. Смотри.
очень. Да она уродка. Да. Слушай, а сколько мы здесь тусим уже, а? Уже минут 5. Блин, мне нужно звониться жене, отчитаться, сейчас вернусь. Что со мной было? Ты что, тебя ломало вообще? Из тебя выходила холостяцкая жизнь, это жесть. Слушай, а расскажи мне про семейную жизнь что-нибудь, а? А тебе интересно? Очень. Ну ладно. Там, короче, прикольно, когда ребенок появляется, так? Там коляску надо купить, а там их очень много. Там есть трость, там есть, ну, прогулочная такая, там люлька есть, да. Есть вездеход на ось. А, чего? Жжется. Кольцо, что ли? Чего? Парни, все нормально, я еще на 5 минут отпросился. Слушай, может, поедем потрахаем бабья? Да. Есть 2 билета в Перепихарьков. Ну да. Что происходит? А происходит то, что я сейчас буду вызывать тёлок. Молодец. Каких тёлок? Ты же всех твоих тёлок удалил на своём мальчишнике. Глупец! Настоящий женатик не удаляет тёлок! Он их переименовывает! Вызываю Валеру Карате! А мне пусть достанется Денис уроки гитары! Давай! Дай сюда! Отдай телефон! Не отдам! Телефон дай! Не отдам! Иди на нашу сторону, тут прикольненько! Я не пойду! Изменять жене – это грех! Какой мужик не изменяет с женщинами? Киркоров! Допустим. Лазарев! Чё ты сразу с тузов-то пошёл? Если ты не даёшь нам переспать с женщинами, остаёшься ты. Чё? Я же мужик! Но ты же по гороскопу дева. Парни, стоп, стоп, я все понял, не трогайте меня, смотрите, снимаю кольцо, сейчас давай. Я его сниму. Ха! А? Что это? Это свадебный каравай! А, получи, зараза, и ты! Я вам хрен дался! Сейчас я соберу эти крошки, выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь, выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. Почитаю заклинание. Сегодня лодка по имени Семья отправляется от пристани по имени Любовь, по имени Жизнь. Сегодня лодка по имени Семья. Мне 48, я не нагулялся. Я еще хочу поблудить. Я не хочу умирать девственником, ведь с женой не считается. Я же мистер Перепихон Краснодарского края. Совет-то любовь. Арнольд, ты как, а? Нормально, Леопольд, все в порядке. Что, как дела? Женатики. Пацаны, ой, слава богу. Спишь, моя заснула, приезжай. Подожди, в нем, видимо, глубоко засели трахобесы. И что делать-то, а? Слушай, надо принимать кардинальные меры. Срочно звони его жене, пускай приезжает, забирает. А я не могу позвонить его жене. Почему? Так я же ее телефон удалил на своем мальчишнике. Что? Это был ты? Вот чья шляпа. Так, стоять, вот я намекал. Вот, не трогай меня, я сказал, не трогай меня. Не трогай. Давайте представим, что 2 друга в Таиланде проснулись на пляже после бурной вечеринки. Колян, что-то мы поднажрались вчера конкретно. Я думаю, яблочный спас надо менее масштабно праздновать, да? Че, пойдем в бунгало, слышь? Ты че такой холодный? Коля! Колян! Алло, ресепшн! Это мистер Коновалов из 16-го бунгало. У меня друга питон проглотил. Нет, я не могу спокойно говорить. На завтра пропадает билет на водопады. Вы деньги вернете? Какие же вы, у нас горе. Коля, помер Колян. Ведь только ты помнил пин-код от сейфа в номере, Коля. Ah!
чё так темно? Еще ночь! Я буду спать! Коля, ты живой? Ну, ясен пень, а чё случилось? Ты в змее. Чё ты гонишь? Ты же знаешь, она меня в себя давно не впускает. Да я не про Галю. А? Ты в реальной змее. Что? Тебя проглотил питон. Что? А почему именно меня? Я тебе говорил, у тебя одеколон мышами воняет, ты мне не верил. Чё ты гонишь-то, а? Это дорогой одеколон, новый аромат от Куклачёва. Слушай, заткнись, ты мне и тогда об этом говорил. Так чё делать-то? Вытащи меня отсюда! Мне душно, противно и очень тесно. Тебе должно быть привычно, у тебя же Opel Corsa. Чё ты начал? Эта тварь просыпается! Делать-то? Усыпи ее! Усыпи! И моя радость усни. В доме ты-то не спи, придурок, тебе вылезать сейчас надо будет. Так а ты так сладко поешь, как матушка. Ну, что делать-то? Что ты шебуршишься там? Да я захотел пописить. Не делай этого! Змее это очень не понравится. Почему? Так если бы в тебе пельмени нассали, ты реально взбунтовался бы. Так, ну а что ты предлагаешь-то, а? Вытащи меня! Да как тебя вытащу? У меня с собой ничего острого нет. Ай, помощник с тебя хреновый. Ладно, сам поковыряюсь. Вот, фонариком здесь посвечу. А, что там? Нашел кальян. Кальян? Коль, ты что делаешь? Я нервничаю, Сережа! Я в змее! Тут еще написано, здесь был Дроздов. Что происходит? А? Что ты орешь-то? Звонит жена. Поговори с ней. Алло, Галя? Да, мы на пляже, оба. Ага, давай, сейчас придет. Где вы? Спрячь меня куда-нибудь, спрячь! Давай, быстрее. Опа! Сережа, здравствуй. Здрасте. Где мой муж? А, ушел там куда-то туда, в ту сторону. Главное, представляешь, оплатил мне 8 часов пилинга ног рыбками и сам свалил. У меня был 43-й размер, теперь 32-й. Так вот он как раз в детский мир пошел за обувкой тебе новой. Ну, пока его нет, тогда давай поговорим о нас. Чего? Я тебя не понимаю. Ну как, вчера мой муж катался на банане, ударился головой об скалу. Ты пришел мне номер утешить. И так меня хорошенечко... Чего ты делаешь? Захотелось петь. Подожди, а чё ты игнорируешь тот факт, что ты меня вчера трахнул? Чё? Говорящий питон! Что я слышу? Какой у тебя нахрен питон? Я твой муж, Коля! Чего? Я что, дура, что ли? Не отличу питона от Коли? Питон, змея, Коля... Да, Коля, внутри питона! Слышь ты, баронесса, что происходит? Ты что, трахаешь мою жену? Даже я ее не трахаю! Трахаться давай! Хочешь свертушки? Но... Свертушки! Торгай его уже! Давай! Хватай его! Держи его! Пока есть время, давай отобьем этот отпуск. Иди собирай людей, будем делать фото с говорящим питоном. Быстрее! Давай, быстро! Иванов, Смирнов и Соболев. И питон. Спасибо. Сумасшествие на сцене камеди. Иванов, Смирнов и Соболев. Идеален для парней. Снимайте трусы. Приступим непосредственно к половому акту. И девушкам тоже отлично подходит. Начнем половой акт. Снимайте трусы. Понравилось. Сериал «Унисекс». Я тебя хочу. Про универ. Все, хватит! Я сам решу, когда хватит. С понедельника по пятницу в час дня на ТНТ-4. Случай в поезде. Мужчина! Мужчина, видимо, полка упала. Вы на мне лежите. Мужчина, встаньте, свет включите, пожалуйста. Гнида! Что?
Гнида в лагерях бежал, съел Михалыча, ловит псами. Поймали, я ничего не скажу. Тина, вам плохо? Не, мне снится детство. Ням-ням. Мужчина, вы это самое, давайте поменяемся местами. Я тебя предупреждал, ты не хотел меня, засидел там куры и шуршал своей. Хорошо, я сейчас согласен, давайте меняться. Хорошо, меняемся. Ну так меняемся, давайте. Так я поменялся, я у себя внизу, ползи наверх, чё разорался. Вы прикалываетесь, что ли? Ну, у меня в кармане сотовый телефон звонит, возможно, это важный звонок, и не дотягиваюсь рукой. Да не елось ты, шуршинчик, да подожди, я сейчас тебе помогу, сейчас вот это... Алло, Паша, это Лена, ты где, алло? Алло, я в поезде! Что, плохо слышно, ветер дует в трубку, алло! Сори! На меня упала полка! Что? Напали волки? Ты мне врешь опять, да? Ты с ней, да? Глухая. Я глухая, ты что, фонарел совсем? Ты что, сволочь такой говоришь? Между нами все кончено. Тут. Козел! Тут. Видите, что вы наделали? Только что от меня ушла женщина, которая ошиблась номером. Что-то жарковато. Очень жарко. Тогда я сниму штаны. Ты снимай, что хочешь. Хорошо, давай. Что ты делаешь? Зачем ты мои штаны снимаешь? Тебе же жарко, я помогаю. Но... Я тебя предупреждаю, у меня черный пояс по карате. Да, именно твой пояс. Не надо, он станет ниже на один дан. Заткнись, слышь, ко мне сейчас баба придет. Ты что, бабу сюда привел? Да, я в ресторане познакомился с одной... Хочу с ней испробовать позу 276. 276, это что за поза? Это 4 раза по 69. Ха-ха! Давай спать, надо набраться сил. Спила. О, выбрался? Ну ничего, у меня есть опыт. Я был женат на толстухе. Что ты делаешь? Хоть руки освободили. Ладно, я сейчас тебя выкину вообще. Окошко. Что? Не может быть. Александр Буйнов. Я ж тебя обожаю. Ну, здравствуй, легенда. Дима, ты где? Что? Дима! Ты не Буйнов? Пошел вон, самозванец! А, вот ты где? Ты уже выключил свет какой-то романтичный. Женщина, хорошо, что вы пришла! А как же я могла не прийти? Ты мой единственный принц. Ты напоил меня абхазским домашним односолодовым нефильтрованным ягуаром. Я с тобой. Включите свет! А, не советую. Пока я сюда шла, я упала между вагонами. И макияж немножко стесался гравием. О, что ты делаешь? О, какое у тебя тело слоистое. Я буду звать тебя Наполеон. Блин, вытащи меня! Что? Вытащи! Нетерпеливый, вытащу сейчас. Пошла Маша к великану и попала в совершенно другую сказку. Что? Ну, допустим, бывало и хуже. Помоги мне! Я сейчас тебе помогу, назови меня грязной. Слазь, давай! Не любишь бомб? Да хватит! Да! Хватит! Не хватит! Хватит! Я тебе сейчас выдаю, я тебе кишки выпущу! На березе намотаю, тебя вороны склюют! Че ты такое говоришь-то? Я же леди! Уважаемая, я не хотел так вас обидеть, я... Подыгрывай, я типа недотрога. Ай! Ой-ой-ой-ой! Вот, ты доминируешь! Ну, больно! Я тебе... Что? У тебя что, две головы? Чудищ у меня не было с ПТУ. Мяу! Ай-яй-яй-яй! Мяу! О, ты пришла! Давай сосаться! Давай! Не надо! Ого! Какой у тебя язык, аж до затылка достает! Фу, сколько волос!
Йетти у меня не было с выпускного. Достань презервативы, они на верхней полке! Сейчас! Ой, какие презервативы? Тут их нет. Тут только вяленый лещ. Давай сюда, вырвем пузырь! О, пузырей у меня не было со вчера. Что? Радио, моя любимая. Колечко на форме колеса. Ай, как ты так делаешь? А я что тут подумал? Сегодня ж такой праздник, день моего ангела. Может быть, попробуем секс втроем? Чего? А чё, хороший подарок, всяко лучше, чем колготки, ну их. Нас и так трое! Что? Трое? Тогда я позову подругу. А мы поместимся? Конечно, она такая стройняшка, недавно сбросила 100 кило. Не надо, я сдохну! О, сдохну у меня не было никогда. Полина! Я бегу! Иди сюда! Я бегу! Я бегу! Нет! Нет! Я не